Ладно, ладно, без паники. Обыскались вас, Петр Петрович? Всем известно, что я все утро режу внизу. А тут переполох. Больной нервничает, почему не оперирует? А директору боятся сказать, узнает, намыли. Не родился такой директор, мылить. Соколиный ответ. Сразу видать не женатого. Не то, что грешный. Не женись, Петр Петрович. Жених сокол, муж воробей. К счастью, и не на ком. Почему? А вот, к примеру, Люсенька. Все девки весной хороши. Удивил дождем в апреле. Это какая Люсенька? Соседка? Она. Ну, так она же птичка, перышки да кости. Когда это было? Вы теперь на нее взгляните. Березка, а не девка. Ну, проверим. Поздно проверять-то. Вас Евгений Антонович скакал. Евгений Блаженный? Да ведь он же разве шляпа. А между прочим, факт. Извиняюсь, но факт. Операция назначена на 8 утра? Да. Сколько прикажете ждать еще? Как? Вам до сих пор не сделали операции? Так точно. Никитоныч, я как раз хотел вам... Что? Позвать Петра Петровича. Прошу прощения. Петр Петрович, на каком основании вы задержали операцию батальонному комиссару товарищу Булат? У меня ноги, а не крылья. Я не могу летать воробушком с этажа на этаж. Я задыхаюсь в ваших разбросанных клетушках. Операционное — это узкое место клиники. Первый раз слышу. Я вас русским языком спрашиваю. Я вам 100 раз говорил, сломайте эту стену, сделайте одну порядочную операционную, и тогда будете иметь все основания для претензий. Я пока что, извините. Ну да, ну насколько мне известно, за этой стеной работает профессор Антонов. Виноват. Ваш ближайший друг. Тоже мне работа. Стеклышки, микроскопчики. Как вам не стыдно? Да-да. 4000 бесполезных опытов. Вот и результат его работы. Ну хорошо, не будем сейчас говорить об этом. Больной прибыл. Вот успокойтесь, прежде всего успокойтесь. Рак есть реальность, и нужно множить число хирургов. А поиски мифического возбудителя рака — чушь. Может он быть, а может и не быть. Товарищ доктор. Не прикасайтесь. Ну я... Будет жить. Отвечаю. К уважаемому Людмилу Ивановна, еще осенью прошлого года, когда я, то есть, вернее, когда мы с вами начали изучать наш цикл работ по изучению злокачественных опухолей... Оставьте цветы. Я испытал, ощутил, почувствовал, я почувствовал... Вам душно? Нет. Я понял, что свежий воздух в науке нам необходим как воздух. Может, мне окно открыть? Нет, ради бога! 33 несчастья! Уйдите, не пачкайтесь! Здравствуйте, дорогой мой Евгений Антонович! Можно вас на минуточку? Ну-с, дорогой мой, над чем мы сейчас работаем? То есть как над чем? Изучаем проблему рака. Ну и как? Вот. Пока еще никак. Рак еще остается загадкой. Завидую.
вашу мужество. Завидовать пока еще нечему. Здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Когда она успела так похорошеть? Да. Не знаю. Ну, я пошел, голубчик. Постойте, постойте. Но ведь вы мне что-то хотели сказать. Видите ли, Евгений Антонович, я считаю вашу работу необычайно ценной, необычайно полезной. Да, 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 да. Необычайно полезной. Но операционная задыхается в своей клетушке. Операционная — это узкое место нашей клетки. Да, 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 я знаю. Вот, милый, вот, умница, вот. А вы как на грех, соседи. Да. Вот. Позвольте, позвольте, ну, а куда же мы? Вот именно, куда мы? Вы, ну, если б я знал. В самом деле, куда же? Позвольте. Позвольте, позвольте, позвольте. Мы же надстраиваем четвертый этаж. Переселим вас туда. Через полгода вы опять развернетесь. А пока как-нибудь. Как... Ну, мир. Мир, мир, мир. Товарищ доктор. Спасибо вам, дорогой доктор. Булат улыбнулся. Ну и хорошо. Удачный у вас сегодня день. Ничего. Мы будем работать дома. Ох, сомневаюсь. Войдите. Здорово, голуби. Здравствуйте. Позвольте, позвольте. Я всегда знал, что девушки обладают способностью быстро хорошеть. Но не до такой же степени. Евгений Антонович, а куда же прикажете сдать материалы? Зачем вы делаете вид, что вам не понравились мои слова? Нельзя ли от другого? Можно о другом. Где и что вы сегодня, друзья? Почему мы? Лично я нигде. Прошу прощения. Ну, а вы? Знаете что, едем на водную станцию сейчас, сию минуту. Что? Мы с Петром Петровичем едем на водную станцию. До свидания. То есть как, в рабочее время? Я уже сегодня свободен, голуба. Я тоже. Трудно спорить с людьми, у которых такая чистая совесть. Чудная вещь, мягкий характер начальства. Поехали, Люсенька. Минутку, я сейчас. Хорошая девушка. Но я бы ее не отпустил. Это первый, кажется, последний раз. Нас выселяют. Ну, кто, куда? На каком основании? Кто-то из хирургов подложил мне свинью. Ты не знаешь, кто? Нет, не знаю. Ну, а почему же ты не побрыкался, а? Не люблю. Просто не можешь. Могу, но не хочу. Пусть брыкаются те, кому нечего делать. Да-да, неизменный ум которых свободен от великих проблем. Благодарю. Довольно. А вот вы не теряете времени, товарищ профессор. То есть? Хвалю. Именно. Узнаю коней ретивых я по выжженным таврам. Я любовников счастливых узнаю по их счетам. Да, ну... Ничего, ничего, тяжелая рука — признак легкого характера. Да ты с ума сошел, это же... Ветром надуло. Да перестань говорить. В суду все ясно. Оп, какой же ты, однако, прыткий. Вот уж действительно в тихом омуте. Да неужели ты в самом деле думаешь, что у меня с ним может что-нибудь быть? А почему нет? Да потому что я занят делом, и у меня просто нет времени на эту ерунду. Эх, бедные женщины. Если бы они только знали, что думают о них люди, которые минуту тому назад ползали перед ними на коленях. Да как тебе не стыдно? Неужели ты считаешь, что я способен увлечься сотрудницей, которая... Да она, по-моему, даже пишет с ошибками. Простите, я вам не помешала? Ну, вот я и готова. Пойдемте, Петр Петрович. Люсенька. Во-первых, мое имя Людмила Ивановна. Во-вторых, я не хочу больше слушать о злокачественных опухолях. Понимаете, не хочу. Мойтесь. Черт возьми, вояка.
Что вы там, бабушка? Привет, Андрону. Вот была дружба и не стала. Как горох из дырявого мешка. Все до единого зерна. Бывает. Под выходной не грех. Благодарю вас. Из-за того, что я немного рассеян, доверчив, не наступаю людям на пятки, не ору, ценю дружбу и сдерживаю свои порывы, вы нашли, что я чудак? Тряпка? Сухарь? Эх вы, аналитик! Да если всего этого мало для того, чтобы считать себя полноценным, счастливым, то не я, а вы опоздали родиться, Людмила Ивановна. Человек не имеет права губить свой талант близостью со вздором. Подождите, не торопитесь. А вы думали, Люся, о том, чтобы выйти замуж? Подождите, подождите, я не о себе говорю. А за него вы думали выйти замуж? Поздно, Петр Петрович. И мосты, наверное, уже свели. Знаете, что ничего у вас с ним не выйдет. Может быть. Он умный, талантливый человек. Он очень талантливый человек. Но? Что но? Нет, это вы сказали но. Правда, хоть я и не сказала, но подумала. Возьмите его в руки. Заставьте его ревновать. Пробовала.
Не ревнует. Да, тогда дело плохо. Вот то-то и оно, что плохо. Ну ничего, я сделаю из него человека. Завтра же. Нет, завтра я не могу, завтра я уезжаю. Куда? В армию на 2 месяца. Да? А приеду и сделаю. Для вас сделаю. Он у меня попляшет. Почему хорошим людям не сделать приятными? Спокойной ночи, Петр Петрович. Спокойной ночи. Командиру запаса Антонову. В настоящем райвоенкомат извещает вас, что вы призваны на учебный воинский сбор сроком на 60 дней. Что такое? Я командир, вы понимаете, я командир, я опаздываю. Порядок есть порядок. Так я... Сами знаете, если вы командир. Так... Дуся, поехали! Войдите. Здравствуйте. Я командир запаса Антонов. Я пришел объяснить вам, почему я опоздал. Очень хорошо. Переоденьтесь в форму, товарищ Антонов, и приходите налегке. Тогда и... Ну вот, я и переоделся. Здравствуйте. Отставить. Во-первых, я имею звание и должность. Во-вторых, так без головного убора не приветствуют. Вот. А в-третьих, подойдите, как подобает командиру, как требует устав. Ведь вы же не дома, товарищ Антон. А как? Кругом. Поворачиваться нужно через левое плечо, товарищ командир. Почему опоздали? Я был перевожен. Чем? Чемодан с книгами. Уже легче. С какими книгами, товарищ командир? Я биолог, профессор. Ваша воинская специальность? Ну, я проходил в институте эту высшую, довойсковую подготовку. Не войсковую. Совершенно верно. Все ясно. В строю, стало быть, не были. Нет, не был. А у вас плохая память. Я имею звание и должность, товарищ командир. Я очень извиняюсь, товарищ майор, товарищ начальник курса. Опять не так? То есть все не так? Подтяните ремень. И скажите, чтобы вам дали гимнастерку по росту, товарищ командир. Хорошо. И не хорошо, а есть. И не на одну, а на две. И вообще, вообще это позор даже ни разу не заглянуть в устав. Хоть бы едучи к нам. Очень полезное чтение для таких товарищей, как вы. Доложить старшему по группе, что за опоздание вы получили от меня предупреждение. Хорошо. То есть есть. Вы свободны. Скажите, пожалуйста, кто здесь старший по группе? Я старший по группе. Евгений Антонович, и ты, Брут, вот встреча, подумаешь. Ну, ты, конечно, опоздал. Ничего, узнаю милого по походке. Мы сделаем из вас прекрасного воина, товарищ Антонов. Полководца, черт возьми.
кто это вы? Много на себя бьете, гражданин Пугачев. Командир Антонов, смирно! Пойдете очередным дежурным, товарищ Антонов. Все. Завалил? Завалил? Носки? Встал и сразу равняйсь. Сразу равняйсь. Не заправка. Носки? Носки? Не заправка. Тут же нельзя, товарищ командир. Каша не пройдет. Пройдет. А не пройдет, так проскочит. Завалил? Носки? Носки? Завалил? А вас общая команда не касается. Так что? На левый план. Подтяните пояс. Вот мы и соседи. Здравствуйте. Группа «Смирно!» Равнение направо! Товарищ майор, первая группа построена на обед. Старший по группе командир запас Пугачев. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Отставить. Левофланговый, два шага вперед. Марш. Кругом. Дисциплина нужна и в бою, и в строю. Встаньте в строй. Здравствуйте, товарищи. Ведите группу на обед, товарищ Пугачев. Есть вести группу на обед. Группа налево. Оп. Шагом. Марш. Каким образом вы здесь, дорогой доктор? Как и полагается, хотели отправить врачом, но я отпросился. Надоело резать. Охота повоевать, товарищ майор. Очень хорошо. Да, кстати, что это ваш профессор? О, талантливый человек. Да, конечно, может быть, но что это? Привет. Обратите серьезное внимание на него. Мы должны сделать из него командира. Будем стараться. Привет! Разрешите кусочек? Пожалуйста. А что же вы один сидите? А я опоздал, у меня еще нет своего места. А, ну спасибо. Ну как, герой нашего времени? Эй, кубарик, обед. Есть обед. А вы не теряете время, товарищ старший по группе? А вы растете, товарищ командир. На вашей нежной коже появились колючки. А ему? Действуйте, товарищ командир. Растете, товарищ командир. Ваша шкура становится тоньше. Вы просто плохо знаете устав. Командир обязан в первую голову накормить своего подчиненного. В таком случае в первую голову накормите самого себя. Устав есть устав. Так или иначе, но она ваша. Предупреждаю. Мне? Я свою отдал. Не надо быть разиней, товарищ старший по группе. Покуда вы смеялись, я его съел. Так, мирно! Товарищ капитан, дежурный по группе, командир запаса Волк. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Вольно. Отвыкли, товарищ командир. Будем привыкать. А теперь, пожалуйста, ко мне, товарищ. Товарищ.
Разрешите взглянуть? Значит, рак излечим? Да, да, излечим. Ну, а раз излечим, пожалуйте к песочку. Будем обороняться. Прошу, товарищ. Боюсь, что это у меня не очень хорошо получится. Батальон противника окружил вашу роту. Соседняя рота отходит. Противник ведет сильный пулеметный огонь по вашей роте. Ну, впереди, как видите, роща и непроходимое болото. Вы командир. Действуйте. Ну, просим, просим. Повторите обстановку. Прошу без подсказов. Исходя из того, что противника много, а сосед отходит, я бы... Не рассуждайте, действуйте. Я бы предложил принять удар. Не рассуждайте, приказывайте. По-видимому, я ошибся. Прежде всего, нужно пригласить к себе командира взвода для того, чтобы объяснить существо вопроса. А? Пулеметный огонь противника усилился, и ваша рота несет большие потери. Если так, то нужно переменить позиции. Вот вопрос куда? Поскольку в лесу непроходимое болото. Первый взвод вашей роты атакован и уничтожен. От вашей роты уцелел один взвод. Товарищ Волков, вы командир уцелевшего взвода. Действуйте. Да что ж тут действовать-то? Поздно уж. Вы убиты, товарищ Волков. Ставлю вам плохо. За что ж, товарищ капитан? А на что вам больше мертвому-то? Ваша рота погибла. А ошибка ваша, товарищ Антонов, заключается в том... Я это предчувствовал. Я не могу. У меня органически не получается. Бой не моя стихия. Я не разрешал вам садиться. Объявляю вам предупреждение за недисциплинированность, товарищ Антонов. Товарищ командир, есть ли у кого-нибудь другие решения? Есть. Та же обстановка. Вы командир. Действуйте. Рота, слушать мою команду. В атаку, за мной, вперед. Все. Товарищ командир, какое из трех решений вам больше всего по вкусу? Правильно, почти по-суворовски. Но вернее будет четвертое. Ага, вздрогнули, растерялись. Вот тут-то вас и взяли. Растерянность противника – залог успеха, запомните. Первый взвод обороняет правый фланг. Так значит, рак-то излечим? Подтянуться, подтянуться надо, товарищ командир, а то ведь распухло, распухло от двойки-то. Ну, спасибо вам, товарищ, привет. Подсуропили мне, а мы оба группе. Подтянуться, подтянуться. Да. Я лично вам могу помочь по материальной части. Знаете, разные байки, мужики. Ну, а я по культуре. Благодарствую. То, что можно выучить, выучу, а то, что уже не в природе, то уж. А ты ее за хвост, за стенку природы. Природа. Вот у нас был такой один, так мы его сразу шелковый стал. Вот. Оля Степанов, давай Богу. Евгений Антонович, довольно, так сказать, сидеть в бутылочке. Черт с ней, с лабораторией дружба дороже. Хотя, конечно, свинство сидеть с Люсенькой в 40-метровой комнате, когда я задыхаюсь в своей клинике. Ну ладно, я другом. Больно, когда человек, которого любишь, и он становится объектом для всяких шуток. И где? В Красной Армии. Ну, хочешь, будем заниматься с тобой по ночам? Гипотеза о заболеваемости раком в возрасте. Ну что ж, ты сам этого хотел, Жорж Дамден. Средняя отметка роты 3,9. Иди ты. Мы позади всех. Вот тебе и профессор.
Нет, надо его пригвоздить в открытую. Надо пригвоздить. Вот ты и пригвозди. Да почему я его... Ну а почему его, а почему я? Да нет, я уже гвоздил, вот ты и пригвозди. Давай ты. Иди, договорись. Простите. Мы должны объясниться. Вы не ушиблись? Нет, ничего. Я говорю, мы должны объясниться. Мы вот не можем понять, как вы, профессор, и не можете постичь военной науки. Вы простите, пожалуйста. Вот так. Извиняюсь. Очевидно, вы просто не хотите. И не понимаете своего долга. И не постигаете эпохи. Я постигаю эпоху и долг. Можете мне поверить, если придется умирать в бою, я сумею это не хуже других. Но я просто не умею приказывать. Просто не могу, не получается. Правда, мне трудно. Пока. Ну, уж тут все равно, товарищ, ничего не поделаешь. Такова структура, душевная конфигурация. Чего? Душевная конфигурация, товарищ Волков. Понятно? Природа. Пойдем. Теперь я скажу. Спокойно, Волков. Три шага назад. Слушайте, профессор. Слушайте. Ведь все, что вы здесь сказали, это все билиберда. Ну, ей-богу, билиберда. Волков, идем. Подождите. Довольно. Вот вы заявили, что, дескать, ежели надо, я умру. Жизни своей не пожалею. Противно же ваш слушать. Уши вянут вас слушать, извините, пожалуйста. То есть как это не пожалею? Если вот вам жизнь человеческая не ценна, так почему же вы в своей лаборатории по ночам не спите? А? Ты что, Волков? Вот мне на днях политрук рассказывал. Был такой знаменитый профессор Штернберг. Штернберг. Вот, астроном, вы его знаете. Так вот он в 1905 году бился на баррикадах. Вот это структура. Нет, милый. Все мы родились с головой и с руками. А раз родился, действуй. Ну, пошли. Гашу, гаси! Пожалуйста. Ладно, доктор, зажила. Товарищ батальонный комиссар, дежурный по лагерю Пугачев. Здравствуйте, товарищ дежурный. А сколько же это чудо получило у вас за 1,5 месяца наряд? А? Да 7. Ну вот. Не многовато ли? Мало. Товарищ майор, командир запаса Антонов явился по вашему приказанию. Товарищ Антонов. Нет, вы сядьте, пожалуйста. Садитесь, садитесь. Товарищ Антонов, будучи в клинике, я слышал о вас много хорошего. И от директора, и от вашей ассистентки. Очень милая девица, очень. Так вот, дорогой товарищ Антонов, мне не очень нравится, как вы ведете себя у нас. Вернее, совсем не нравится. Вы, так сказать... Человек науки, ученый. А у нас никак себя не проявили. Не так ли? Да, пожалуй. Так вот, почему бы вам не прочесть лекцию? Какую? О чем? А хотя бы о вашем основном деле. О раке. Ну, если это вам кажется интересным, то пожалуйста. А вам не кажется? Как вам сказать? О болезнях. О борьбе со смертью. Ну... Но о человеческой жизни. Нет, 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 я-то понимаю, но...
Впрочем, да, конечно, это же в самом деле актуально. Ну, в таком случае действуйте. Есть. Можете идти? Есть. Еще одно. Через 3 дня зачет по наступлению, не забудьте. Есть. Проблема продления человеческой жизни. Этот день, счастливый день человечества и его передовой науки, близок, товарищи. Браво! Молодцы! Ну вот, как бы и воевали, как выступали, с огоньком, по-суворовски, а то не моя стихия, конфигурация. Товарищ профессор! Товарищ профессор, у нас здесь с вами, понимаете, получилось маленькое такое, ну вы, в общем, простите. Бывает, бывает. Обстановка такая. Дороты противника занимают деревню Дяки. Его атакует с правого фланга 2-я рота. Противник ведет по 2-й роте сильный огонь. Рота несет большие потери. В вашей 1-й роте, находящейся на левом фланге, приказано поддержать наступление 2-й роты. Ваша рота остановилась в лесу, и противник еще не обнаружен. Между лесом и деревней Дяки луг длиной в 1 километр. Действуйте. Ну что? Рота вперед. Направление деревня Дяки. Ничего, спасибо. Рота вышла из леса и через луг двинулась на деревню Дяки. Дальше. Противник обнаружил вашу роту и открыл по ней огонь. Позвольте, но ведь это противоречит условиям. Ведь противник занят 2-й ротой. Противник усилил огонь. Ваша рота несет потери. Действуйте. Ничего не понимаю. Противник продолжает вести губительный оружейный и пулеметный огонь. Ваша рота потеряла до половины состава. Действуйте. Рота назад в лес. Эх вы, занимаетесь продлением жизни, а бойцов погубили. Вы меня глубоко оскорбили. Но факт остается фактом. Бой не моя стихия. Если вы заикнетесь об этом еще раз, товарищ Антонов, вы получите 3 наряда вне очереди. Есть, пусть будет 3. Но я органич... Довольно, товарищ Антонов. Прекратите ваши позорные объяснения. Приходится признать, что вы похоронили все наши надежды в отношении вас. А что касается ваших объяснений, то простите меня, это просто несерьезно. Прошу немедленно направить меня в пограничную часть, и я докажу, что сумею умереть, как полагается. Не сумеете. Вы уж доказали ваше умение на ящике. Погубить роту в минуту. На ящике? Да, на ящике. Это та же лаборатория. Разрешите ответить, товарищ майор? Отвечайте. Я биолог. Я привык иметь дело с живыми организмами. Если в моем распоряжении были реальные бойцы, реальные условия, пусть и трудные, я, может быть, и доказал бы свое умение. А ящик, простите, то есть батальонный комиссар, это абстрактность. Вы свободны. Ну-ка, не приставай!
Товарищ Волков! Я иду в наряд. Сегодня, завтра, послезавтра. Дайте обед. Никак нет, товарищ командир. Только со всеми вместе. Устава не знаете. А вы не кричите. Считайте. Лица суточного наряда получают обед раньше других. Стыдно не знать устава вам, знатоку. Немедленно давайте обед. Оставьте все три. Я, наконец, проголодался, черт возьми. Где хлеб? А я убежден и готов отвечать головой, несмотря на то, что он похоронил все ваши надежды. А, какие там похороны? Вы вспомните его гнев, его глаза, когда он орал на ящик. Булка, Калинин, отрицаю ящик, абстрактность. Нет, дорогой товарищ майор. Наш привет человек огромного темперамента, оказывается. Уверяю тебя. Беру все на себя. Ну так как? Подписываем, а? Параграф первый. Теоретическую часть сбора объявляю законченной. Параграф второй. Приказываю провести учебный двусторонний бой в условиях речной переправы на тему. Обороны и наступления роты. Параграф третий. Командиром обороняющейся роты назначаю командира запаса Пугачева Петра Петровича. Командиром атакующей роты назначаю командира запаса Антонова Евгения. Антонова Евгения Антоновича. Подлинный подписали начальник курсов майор Давыдов. Разойдись. Назначаю вас командиром первого взвода моей роты. Есть! Ну, засыпался окончательно. Да. Прошу без прогнозов, товарищ Пугачев. Цыплят по осени считают. Растерянность противника – залог успеха. Растерянность противника – залог успеха. Хотя... Но учитывая психологию врага, уважаемого командира Пугачева Петра Петровича, первому взводу командира Волкова занять позиции на берегу противника, совершенно верно, на берегу противника, тем самым обеспечить неожиданный удар в тыл. Хорошо, хорошо. Ну, держитесь, Петр Петрович. Хватит с него нарядов. Не будем мешать человеку работать. Дальше. Принять право. Перешаг. Вот черт такой есть. Еще кого-то.
А дьявол. Передайте командиру Антонову, на дороге завал, обходы минированы. Есть передать командиру Антонову. И добавьте, что отделение разведки потеряло уже 4 человек. Ну что ж. Командир Волков ранен в лицо. Вытрите. Передайте. Он уже натолкнулся на завал. Справа у него лес, слева болото. Он обязательно сосредоточит все свои главные силы в этом лесу. Благодарю вас. Ничего больше другого ему в голову не придет. Ну, это святая простота в военном деле. А вы не допускаете возможности, что он возьмет да обойдет вас с фланга? Где обойдет? Здесь обойдет. Да здесь непроходимое болото на 3 километра. Вот, видите, видите, но у меня есть точные данные. Ну, если у командира имеются точные данные, то зачем же командиру вести бой в мокрых штанах? А вы будете двигаться дальше? Будем ждать. Я приказал разведать болото, так как двигаться напрямик – это облегчить задачу противнику. Товарищ командир роты, по сообщению авиаразведки противник пытается переправиться через реку. Все как по нотам. Они сосредотачиваются в лесу, ищут обходов и волей-неволей пожалуй туда, где мы их ждем. Ну? Трудно пройти, товарищ командир. Орудие, пожалуй, завязано. Я спрашиваю не о том, что трудно. Можно пройти или нельзя? Нет, можно пройти. Пройти-то можно, но орудие... Орудие. Поднимать бойцов! По-видимому, противник нас ждет отсюда, вот вдоль этой дороги. Ну что ж, не будем его огорчать, начнем атаку оттуда, откуда нас ждут. Ну, разумеется, это будет чистая демонстрация, так сказать, показная атака, для того, чтобы отвлечь внимание противника. Вы меня понимаете? Понимаю. Я пошлю 2 отделения, они будут изображать наступление, а тем временем главные силы ударят вот откуда. Вы понимаете, мы обойдем их с тыла, через болото. Вот мое решение. Командира 1-го взвода Волкова, ко мне! Командира 1-го взвода Волкова! На карте это выглядит по-суворовски. Замысел ваш неплох, но и нелегок. Товарищ командир, удивился по вашему приказанию. Товарищ Волков, сверьте время, вы будете действовать отдельно. Жалейте леса, валите запасом, чтобы потом нам не пришлось топтаться на месте. Понимаю, почему он молчит. Они уже 20 раз могли войти с нами в соприкосновение. Затрудняюсь им ответить. Передайте командиру 3-го отделения. Пусть пошлет 5 человек на разведку в лес. Он туда, к тем соснам. Что, они сквозь землю провалились? Что? Да, странно. Да никого же нет, товарищ командир. Показалось, должно. Есть. Я ясно видел. Видал? Да нет, шлепнуть их обоих, и точка. Хватит разговоры смотреть в оба. Если они обнаружат наши силы, весь план на смарку. Выстрел могут услышать. А им только и надо обнаружить нас по выстрелу. Помяни мое слово, пока мы здесь болтаемся, они окружают нас с фланга. Совершенно же очевидно, что здесь ни одной живой души нет.
Тогда, пожалуй, обратно. Ах. Ну, тихонечко, тихонечко, ребятки, тихонечко. Вас уже прикололи, вас уже нет. Вам теперь только остается одно посидеть, закурить, почитать газетку. Пора. Что вы решили? Продолжать наступление. Со мной! Ярошенко, ко мне пошли! Почему он молчит? Он же должен был бы открыть огонь. Хуже всего то, что они, поискав нас в лесу, начнут искать и в другом месте. И найдут. Извольте тут принимать бой. Не понимаю, что с Волковым? Ну, лучше поздно, чем никогда. Действуйте за целую Европу. Скажите, какой догадливый. Извиняюсь. Два станковых пулемета на левый фланг. Не понимаю, почему они молчат? Почему они молчат? В конце концов, почему они молчат, это их дело. Почему вы молчите? Потеряли противника с фронта, обыщите фланги. Передайте Хорошилкину, пусть пошлет 5 человек обследовать болото справа. Есть, передать Хорошилкину обследовать болото справа. Отставить! Есть, отставить! Ага, объявился, голубчик! Я же говорил, прямо в лоб так и лезет! Вон, по всему фронту разворачивается! Передайте командиру батареи! По наступающему противнику! Ориентир номер 1! Огонь! Волков! Ну что вы там возитесь? Товарищ командир, не хватает лесу, не затянуть на стил. А там дальше сплошь ямы, орудия не пойдут. Ничего, ну как начать? Что вы хотите, чтобы там Волкова разгромили, пока мы тут будем топтаться на месте? Начать переправу! Все вами предусмотрено, Петр Петрович. Главные силы противника развернулись на пушке и ведут интенсивный огонь. И каким же вы себя сейчас умным человеком считаете, Петр Петрович? И какой у вас глупый вид будет через полчаса? Эх, понимать надо. Что там? Навязный, товарищ командир! Ну и черт! Не хватает каких-нибудь 3 метров. Товарищ командир! Да. Придется опять валить лес. Чуть полчаса все будет готово. Не говорите вздора! За полчаса у Волкова не останется ни одного человека. Эй! Снимай шинели! Вали под колеса! Ее только из ямы вытащить, а там дальше пойдет. Ну что там, готово? Тяни! Давай, возьми колеса.
Ну и что он этим достигнет, этот привет? Если он бросит танки, мы расстреляем их, прежде чем они подойдут к нашему переднему краю. Или они наскочат на костер. И все, что он делает, я вам предсказывал 2 часа тому назад. Ну и денек, умирать буду, не забудь. Ну вот, пожалуйста, пошли танки. Хорошилкин, давай иллюминацию. Ничего не вижу. Неужели они уже успели подойти? Куда вы смотрите? Вон! Вон куда надо смотреть! С правого фланга. Определенно бой это моя стихия. Ура! Противник ворвался в окопы 3-го отделения. Действуйте! Передайте на батарею! Орудие к лесу! Огонь! Есть огонь! Куда там? Действуйте! Отставить! Неприятель под носом, а вы... Стойте! А вы противник с тыла, противник с тыла? Раньше надо было соображать, товарищ командир орудия. Весь ваш расчет уничтожен, поправьте пилот. Что там? Действуйте! Попали, понимаете? Блин, вот тебе весь разговор. Выживи! Я сам лично обследовал это болото. Там абсолютно непроходимая топь. Топь, топь. Идемте. Очевидно, они располагали такими инженерными средствами. А вот если мне внимательно проанализировать мое поведение за весь этот день, да, нельзя не прийти к выводу, просто обоснованному на научных данных. Бой – это моя стихия. А? Моя стихия – это бой. Возможно, возможно. И потом, кто мог подумать, что этот Евгений Блаженов мог выкинуть такой фортель? Привет. Дело в том, что я недооценил твои длинные ноги. Прошагал, как журавль по болоту. Неужели сам придумал? Моя школа. Ух уж нет, простите, товарищ доктор. Эта школа моя, и именно моя, а не ваша. Позвольте узнать, в чем же она заключается? Просто я хотел победить малой кровью. Если мне когда-нибудь довеют бойцов в настоящем бою, то я буду стараться делать так же. А моя школа, твоя школа. Ну, товарищ Антонов, поздравляю. Отличная работа. Служу Советскому Союзу. Я всегда готов по приказу рабоче-крестьянского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин рабоче-крестьянской Красной Армии я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.
Евгений, ты меня победил, честно признаюсь. Ну и точка, хватит ссориться. Знаешь что, есть у меня к тебе предложение. Все, что у нас с тобой было, в город не вывозить. Понимаешь? Ну ты про меня расскажешь, я про тебя, но будут смеяться все. Взаимная амнистия. Военная тайна. Срама испугался полководец. Ну да ладно, ничего не скажу. Ну и ты смотри. Могила. Ну вот. Ну, счастливо, дорогой мой. Спасибо. До свидания, до свидания. До свидания. Напиши ты, когда едешь. Напишу, напишу. Антонов, давай скорее, подавай. Давай, 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 тысячи и одна ночь. Вся рота хохотала от зари до зари. Представляю. Ах, Евгений Антонович, ах, Дуся. А, поздравляю. Роскошную надстройку отгрохали. А, видали? Когда прикажете переезжать, товарищ начальник? То есть как, голубо, переезжать? Я ведь Евгений Антонович обещал. Ну, обойдется. Я не могу, я задыхаюсь. У меня больные лежат впритык. Ну, я надеюсь, вы как врач. Вы поймете меня без слов. Пишите заявление. А, товарищ командир! Здравствуйте, Евгения. Как жизнь молодая? Какой я вам сюрприз припас? Ой-ой-ой. Именно? Не отдал ему вашу лабораторию. Оставайтесь и работайте. Забудем старые дрязги. Правда, вы мне этаж обещали. Ну да ладно. Вот. Плодитесь и размножайтесь. Привет! Плодал? Чудненько. Извольте выполнять обещанием, отдавайте мне этаж. Ну, полно. Не грудите, вы мне обещали! Видали. Я работаю над проблемами, от которых зависит судьба человечества. А тут приходят всякие... Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ваша правда, я обещал. И я хозяин своего слова. Пишите заявление. То есть как заявление? Может быть, вы ему еще дадите Зимний дворец в придачу? Я не могу, у меня больные лежат впритык, а тут являются всякие. Ваша правда, не выйдет, пожалуйста. Не выйдет? Выйдет! Я в наказание устрою вам такой бенефис на весь Советский Союз. А вы думаете, я бенефис не захочу? Он устроит. Я такой бенефис захочу, будьте спокойны. Довольно! Кто здесь директор? Я здесь директор. Берите лабораторию, берите этаж и убирайтесь вон из кабинета, оба, кругом, марш! Люсенька! Как вы допустили? Жди, как вы допустили? Жди, как вы допустили, черт побери? И почему вы кричите? Пустое, беззаботное существо. Ведь я надеялся на вас, как на верного ближайшего помощника. Я протестовала. И я ставила вопрос. Ставили вопрос. А надо было драться. Смотрите, смотрите. Что это вас в армии научили так кричать? Как вы смеете? А почему вы допустили лабораторию до полного разгрома? Допустим, кричать и стучать этого мало. Понимаете, мало. Петр Петрович громче вас кричит. И вообще он
лучше вас. Прямее, смелее и нежнее. Знаете что? Довольно меня перевоспитывать. Мне это надоело. Извольте меня принять таким, какой я есть. И в конце концов, черт возьми, я тоже, наконец, нежный. Не смейте на меня орать. Не смейте. Я вам не кролик, понимаете? Я... Не смейте, я вам... Люсенька. Не приставайте ко мне. Люсенька. Уйдите. Люсенька. Вот отвратительный. Люсенька. Грубый. Ну, честное слово, я очень дерзкий. Хороший, нежный парень. Ой, неправда. Здрасте, здрасте. Что это такое? Благодарю. Милейший Петр Петрович, сколько вы мне устраивали гадостей, но победители не помнят зла. Мы с Люсенькой приглашаем вас на наш первый ужин. Позвольте. Можете принести шампанское, мы будем безмерно благодарны. По-суворовски. Честное слово, по-суворовски! Ну, поздравляю. Давайте обойдемся. Моя школа. А этаж я тебе все равно не прощу. Посмотрим. Посмотрим. Увидим. Увидим.